Вы меня, пожалуйста, извините, что происходит? Теперь я снимаю. Мы имеем право отказаться от прививки. Мы не обязаны предоставлять свое тело для опытов. Где написано, что мы обязаны поставить прививку? В списке прививок, которые обязаны, их нету. Какого приказа? Мы показываем вам приказ. Смотрите, вот приказ. Список необходимых профессий, которые необходимо вакцинировать людей. То есть вводить им заразу непонятного содержания. Это во-первых. Иммунолог. Иммунолог. Покажите мне иммунолога у нас здесь. По Санпину у нас положено. По Санпину я спрашивала, сказала, имеете право отказаться. Я отказываюсь. Мы отказываемся. Они магазин у них, да? У них не детское учреждение. Нет, магазин. Там нет списка. Ну не делайте, раз они не детское учреждение, магазин пищевые там или какие, не делайте прививки, если они хотят. Детское учреждение, конечно, это было бы даже бесспорно. Скажите, пожалуйста, это всем людям, чтобы они могли отказаться от прививок. А это мы вот вам сейчас сделаем, а этот вопрос разберем с Роспотребнадзором сначала. Хорошо, состыкуйте, прямо пожалуйста. Прямо же сегодня я с ней этот вопрос решил. Спасибо большое, да. Татьяна Михайловна. Да, потому что, чтобы не было больше конфликтов подобных. Конечно. Потому что с людьми не надо, как говорится, конфликтовать. Да. Люди платят деньги, люди с людьми нельзя конфликтовать. Я тоже платила да. деньги. Вы куда устраиваетесь, да? Мы уже работаем. Работаете? Вы в каком магазине? Зените. А, ну, они вам должны обязаны платить комиссию. Ну, да, по квитанции и так далее, да. Ну, я пошла, да, обязательно. Ну, все, весь конфликт. Ну, у нас отдельный конфликт, а нету просто, все. Видите, Людмила Витальевна, наша медсестра, она исполняет приказы, как положено. Но я сегодня с Мариной это все разберусь. Вы мне, пожалуйста, извините, но в приказе вот здесь, давайте покажем вот людям тоже. Вот в приказе вот в этом. Так, здесь мы, значит. Да. Вот это получается правительственное постановление об утверждении. Так, ну это вот. Так, постановление от 15 июля 1999 года, номер 825, если плохо будет камеру видно, о подтверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания. Вот, здесь продавцов нету, ни словом, ни полусловом. Мы по Санпину работаем. Мы тоже по Санпину работаем. Я сам работаю в лаборатории, и ваша Санпина, я все знаю. Ну, мы с вами вопрос решили. Сегодня мы решили. Вот этот, чтобы мне было повторили, с Роспотребнадзором, все-таки я это решу. Хорошо. С вами мы сегодня решили, что хорошо. Не было конфликтов. Но если бы было детское учреждение, даже разговора бы не было. Я прекрасно. Этот вопрос я решу, потому что у нас первый раз такое. Я в том году также пошла к заведующей поликлиникой. Да. Она мне сказала, имеете право отказаться. Да? Нету такого. Ходили мы. Ну тогда, может быть, даже вы правы, поэтому мы это. Ходили мы туда. Поэтому мы тогда. Футболили, потом я написала отказ, потом. Короче говоря, вы нам даете шанс пожить подольше, не вводя в себя эту заразу. Да, спасибо большое. Вы просто попали, вот как говорится, поэтому у меня теперь не шанса, я должна. Татьяна Михайловна, просто я. С Роспотребнадзором это решить, потому что чтобы не было повторных ситуаций. Просто я всегда с собой беру видеокамеру. Спасибо большое. Вы правы, вы умный человек, вы правы. Потому что мы не должны конфликтовать с людьми. Я точно у них узнаю, обязаны мы. Еще Наталья Викторовна, главная медсестра, позвонила нашей, узнай. Обязаны мы их заставлять прививку пищевиков, которые магазины, там всякие пищевые. У нас же все упаковано, мы же мясо к рукам не трогаем, мы не режем. Мы это решим точно уже, вас пропускаем. Ну я пошла, свободно я. Так, ну все, спасибо большое. Получается, что как... Снимать вот так. Не работает, вот у меня в камере. Хорошо, все, спасибо большое. Вы нас, пожалуйста, извините, что так получилось, но как бы мы тоже не обязаны предоставлять свое тело для опытов. Всего доброго, люди, будьте людьми. До свидания. Хорошо. Нижнее Мурье наше. Хорошо.